утром солнышко встает, нас на улицу зовет, смотрит весело с небес. Просыпайся, Шишкин лес, родники в траве звенят, брызги радугой стоят, смотрит солнышко с небес. Улыбайся, Шишкин лес. Ребята. Женька, пусти ты меня. Ты чего толкаешься? Да ты лучшее место заняла. Это я хочу рядом с Юлей сидеть. А почему ты? Я первая сюда села. Ну, Юль, ну скажи, она все время с тобой рядом сидит. А теперь я хочу, а то все шуни и шуни. Это я первая сюда. Ну, друзья мои, нашли, из чего ссориться. Давайте-ка садитесь по обе стороны, вот так. Ну, довольны? Довольны. Вот, и давайте чем-нибудь займемся. А чем? А, например, вот рисованием. Вы же любите рисовать? Ура! Конечно, любим! Ну, если других предложений нет, давайте. Вот вам бумага и фломастеры. Вы рисуйте, а я посмотрю, что у вас получится. Мы рисуем край чудес. Мы рисуем Шишкин лес, птиц рисуем и цветы. Я закончила. Ну что, готово? Угу. Давайте посмотрим. Юль, смотри, пожалуйста. Ой, какой красивый пейзаж у тебя получился. Смотри-ка, солнышко светит, небо голубое, птички поют, цветы распускаются. Радостно и весело. Молодец, Шунечка. Спасибо, Юль, я старалась. Так, Зубок, а у тебя что? Вот тоже пейзаж. Ой, Зубок, а почему у тебя на рисунке все так мрачно и уныло? А? Какие-то бяки-закаляки, что это? Да тут же все ясно. Вот небо, вот цветы. Ну а почему у тебя небо черное, весь мир черный? Разве у нас в Шишкином лесу так мрачно? Нет, у нас в Шишкином лесу хорошо. Это, Юль, вот фломастеры плохие мне достались. Вот Шуни, как всегда, достались хорошие. А мне, что похуже. То есть ты считаешь, что фломастеры виноваты? Ну, конечно, а кто же? А знаешь что, Зубок, я тебе предлагаю? Дай-ка вы с Шуней поменяйтесь фломастерами и нарисуйте еще по одному рисунку. Шунечка, ты не против? Пожалуйста, только мне кажется, у нас одинаковые фломастеры. Нет, нет, у тебя лучше. Ну, попробуй моими, а? Ну что ж, меняйтесь. Хорошо. Так. Вот. Мы рисуем край чудес. Мы рисуем Шишкин лес, птиц рисуем и цветы. Я закончила. Ну что, смотрим? Угу. Так, Зубок, ну а теперь кто виноват? Опять фломастеры? Да, Шунины фломастеры тоже неудачные. Ой. Они неважно рисуют. Ну, подожди, посмотри, а что, Шуня рисовала тоже плохими фломастерами? Ну, не знаю, чудеса какие-то. Как фломастеры попадают к Шуне, они становятся хорошими. А как попадают... Ко мне портится. Ну посмотри, Зубок, фломастеры совершенно одинаковые. Мне кажется, дело не в них. О чем же? Дело во взгляде на мир, Зубок. Понимаешь? Вот Шунечка смотрит на мир радостно, доброжелательно. Поэтому и рисунок у нее получается радостный, светлый. А тебе сегодня все не нравится, Зубок. И ты постоянно к Шуне придираешься сегодня. Поэтому рисунок тебе такой мрачный получился. Юль, ты хочешь сказать... Что Шуня хорошая, а я плохой, да? Я тебя правильно понимаю? Нет, неправильно, Зубок. Ты очень хороший. Просто сегодня тебе чуть-чуть не хватает оптимизма. Ну да, он сегодня не с той ноги встал. Ну, никакая нога тут ни при чем. Все дело в хорошем настрое. Очень важно с утра настроить себя доброжелательно, понимаете? Да. А если я приобрету этот ваш хороший настрой, то что? И фломастеры станут хорошими. Конечно! А? Зубок, попробуй, пожалуйста. Ну ладно, ладно. А как это сделать? Ну, попробуй посмотреть на мир радостно. Ведь у нас здесь хорошо. Да. Ну, да обычно у нас, как всегда. Ой. Ну ладно, ладно. Уговорили, сейчас посмотрю. Сейчас попробую. Ну,
Зубок. Хорошо. 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 А ведь и правда хорошо, а? Конечно, хорошо. Так. Сейчас. Вот. Смотрите. Цветы растут. Так. Птички поют. О, сейчас еще. Вот что теперь получилось. Вот видишь, это же совсем другое дело. И оказывается, Зубок, не фломастеры виноваты, не Шунечка и не мир, который нас окружает, а мы сами. Ведь какими глазами мы смотрим на мир, таким его и видим. А ведь действительно, когда хорошее настроение, то даже если на улице пасмурно, все равно кажется, что там солнышко есть. Правда, Юль? Совершенно верно, Шунечка. Ведь если у нас в душе светло, то и погода, и природа, и все-все кажутся такими хорошими. Да? А если нельзя найти ничего хорошего, что тогда? Зубок, такого не бывает. Всегда есть что-нибудь хорошее. Нужно просто повнимательнее приглядеться, понимаешь? Да? Так просто? Ну, конечно. И вправду. Шунечка, да. Знаешь что? Ты прости меня, что я тебя сегодня обидел. Но я сам не знаю, что на меня нашло, понимаешь? И ты меня, Зубок, прости. Я тоже бываю упрямая. Вот молодцы. И больше не ссорьтесь, пожалуйста, друзья мои. Но теперь нам с ребятами пора прощаться. До свидания, мальчики и девочки. До свидания, ребята. Всего вам доброго, друзья. Храни вас Господь. Время быстро пролетело, утро сказкой прозвенело, улыбнулось облакам, новый день приходит к нам.